Я узнал, что боги Олимпа — это не миф. И от них у людей иногда рождаются дети, их называют полубоги. Мы почти ничем не отличаемся от обычных людей. Но бывает, конечно, что отличаемся. Есть только одно место, где мы можем жить в безопасности. Могли жить. Кто же это сделал? Кронос, один из титанов. Предок олимпийских богов, разрушитель Олимпа. Люк? Ты не единственный полубог, которого трудно убить. Я помогу Кроносу возродиться, и боги узнают, что такое смерть. Все полубоги погибнут в ближайшие дни. Для сражения в столь трудном бою нужен достойнейший герой, лучший из нас. Мы остановим их. Без тебя никак. Сейчас только захвачу шмотки, медицинский полис. Единственное, что может спасти наш дом, это золотое руно. Оно находится в море чудовищ. О, небеса. Люди это место называют Бермудский треугольник. Мы должны добыть руно. Я хочу помочь. Держи. Туман? Ай! Он придает необычному вид нормального. Ух ты. Итак, путешествие. По неизвестным и смертельно опасным морям, от исхода которого зависит вся наша жизнь. Если снять крышку, вырвутся ветры четырех сторон света. Что это? Место назначения. Скажи мне, что это не акулы. Лучше бы акулы. Страшнее смерти не придумать. Нам надо как-то выбираться. Если Кронос вернется, всему конец. Мы найдем руно. Оно мое. Перебьешься. Берегись!